Я не говорю, что нужно плакать весь день. Если у вас проклятие, если у вас плохая судьба, если у вас там что-то с детьми не так, в воскресенье вечером или днем сядьте так, чтобы вас никто не видел, и поплачьте, пожалейте себя, зажгите лампадку, зажгите восковую свечку, зажгите благовоние, так чтобы оно было теплое, поставьте там как хлебушек и на стаканчик с водичкой, не нужно никакой церковной воды и так далее. Можно помолиться там, если вы верующий человек, Божьей Матери, или любым воинам, которые умерли, там Георгию Победоносцу, или воинам, которые были обезглавлены или умерли в муках, то есть именно воины должны быть, я, к сожалению, не помню. Ну и вот таким воинам нужно помолиться, поплакать за их судьбу, поплакать за судьбу вашей кармы, поплакать за тех, кто у вас, за тех родственников, которые у вас были убиены незаслуженно, которые попали в автокатастрофы, которые несчастно там замуж вышли. Вот за них нужно прям закрыться и поплакать. Право это имеют делать исключительно женщины. Поэтому вы за свой род можете поплакать.